Начали с сада российско-японской дружбы. Там уже провели ремонт и гидроизоляцию водоема. Выложили дорожки из камня. Сейчас продолжается высадка деревьев и кустарников. Еще один уголок Венчагова. Сквер «Старый город» в районе городской администрации. Там заменяют дорожки, высаживают растения, а также будет обновлена каменная стенка. Возьмемся за кладки, за стеночки, вот, потому что они в результате роста растений, естественного роста растений, они рассыпались. Ну и плюс естественные процессы эрозии. Камень на 30% мы будем менять. Завершить работы на обоих объектах планируют до конца года. Добавлю, что недалеко от сквера «Старый город» на улице Новогинской сейчас идет строительство новой детской площадки. Строители уже устанавливают детские игровые комплексы. Затем начнут укладку специального покрытия, чтобы дети не получили травмы. Площадка сделана в эко-стиле. Приятно, что российское производство, экологические материалы полезные и, самое главное, детки здесь не поранятся, не травмируются. Это очень важно. Безопасные спортивные детские городки. Таких городков будет достаточно много. Отмечу, что также работы по благоустройству ведутся в сквере «Фестивальный», парке «Приморском».